Ну все, свои посылочки получили. Спасибо Андрею. Труба замечательная, суперская, очень нравится. Еще коллекция батареечек положил. Я у него все вместе купил там. Против пожарной системы. Сказал, вот у него купил, сразу мне выгода пришла. Еще и с батареечками было. Вот это супер было. Труба замечательная. Зеница ZT824. Ну, пойдет пока. Первая труба моя комзовская. Суперская. Кто одолжил меня, тот получил Зур Салап. Большое благодеяние. Спасибо, спасибо, кто мне дал. Обязательно тебе пошлю. Благодеяние, крепкого здоровья, кто мне бабок одолжил. А кто не одолжил, у того забрали. Все. Ширк. Ваше благодеяние я обратно забираю себе, а другому человеку отдаю. 5К. У кого просил. Все, спасибо. Лучшему моему другу. Благодарю. Труба зеница 24-крат. И вот бинокль у меня 20-кратный. Ну, почти так же. Чуть-чуть приближает, может, на 4 метра. Классная труба, блин. Но с биноклем лучше глядеть, да. Но он тяжелый с собой носить. Труба хорошая. Еще насмотрим сейчас. Ну, так вот на штатив крепится. Ну, попробуем. Вот там береза есть. Сейчас отсюда. Ну, вот так. 8-крат видно. Вот, глазами лучше видно. 16-крат. Телефон не поддержит. У меня что-то не хочет никак четко брать. Не знаю, почему мой телефон не фокусирует его. Никак не могу поймать. Ну, так 24-крат было. Это вот никак не могу поймать, почему. Samsung S20 Ultra. Вот так вот никак не могу сфокусироваться. Вон там была березка, береза. Вот эту березу смотрели, вот. Вот так будет выглядеть с окна сейчас моего. Вон. Ну, в сравнении с биноклем, конечно, бинокль лучше видно. Два глаза сразу. Здесь один. Ну, удобно его носить с собой в кармане. Раз, положил. Все. Вот для этого взял. Советский люблю технику. Вот она у нас. ZT. 8 на 24. 40. 40 это значит 40 миллиметровый. От 8 до 24 крат. Вот она у нас. Зеница. Зеница. 20.02. Год. Ну, это, как сказать, казанский КОМС. А это у нас БПЦ-20/50 СОМС. Салаватский оптимеханический завод. А это казанская. Труба, труба супер. Достался мне за полцены. С крышечками. С двух сторон с резиночками. Хороший сохран такой. Ремешок даже есть. Чехол даже был. Еще плюс к нему заказал эти. Вот, противопожарный. И еще удивил с батарейками еще. Вот. Ну, самая главная труба была. Сравнил с биноклем. Ну, хорошая, хорошая труба, да. Почти как бинокль. Просто смотрится одним глазом. Ну, 24 крат уже рука трясется. Плохо смотрится. С собой носить то, что надо. Первый КОМС у меня. Это подзорная труба. Супер. Ну, вот на подзорной трубе. На самом вот заметил. Такое вот, что-то с ней произошло. Выгорание, что ли. Вот стекло по бокам видно.